Ну, здесь все загрузил. Можно все выключать, по идее. Потому что там у меня идет дописочка катушки. Осталось всего ничего. Причем пишу на 9-й скорости. То, что я хотел сделать, первая сторона готова почти. Вот. Чуток остался. Записан. Так, что там дальше? Камчатка порадовала этим летом. Обалдеть. For me personally, when I'm approaching a role, it's sort of hard to figure out because there's so many things that he gets hit with. In the simplest terms, like, and most abstract, it's a journey. Like, it's just a journey about discovering. And the irony of the whole thing is that, like, hopefully by the end, they have to go back and have to watch it again. They have to watch it again. But, It's just like this ridiculous, fantastic, completely absurd mixture of humor. Можно обрезать это название, начало. Sadness, madness, like, начало обрезать надо было, конечно. Лепета вот этого треска. It forces you, if it does force you at all, to come to your own conclusion about what it's about. It's like an individual experience for everyone. It's not about one thing. No one can really come to any kind of objective. Так и сделаю, скорее всего, обрежу. Приходим. Поехали.
лучше будет так. Всем, кто начало брать, долгое сегодня. В общем-то, видите, да? Видите, как мало ленты? А вы знаете, что туда еще войдет трека 2, так 3? Всем пока, удачи! Послушаю. Люблю, очень люблю группу Yellow. Блин, жалко, их уже не существует. Один дедок этот умер. Соответственно, группа распалась, потому что этот один, ну, никак. Жалко. Послушаю еще трек с кофе и на работу. Слушаем на ламповом усилителе. Фонокорректором служит усилитель Onkyo. Здесь все можно обрубать. Катушка записана. Одна сторона на 9 скорости. Вторая тоже будет на 9. Это был крайний концерт у них. Вернее, последний. Два пласта в одной коробке.
Все, всем пока теперь, до вечера.